Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Чу. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, это стимул больше снимать для вас видео. Почему вам снятся бесы или черти, то есть какие-то существа с рогами и так далее, да? Это признак как раз определенной власти. Это не признак каких-то ужасов, там, что у вас одержимость, нет, конечно же. Это признак, что вы познакомитесь с каким-то властным человеком, который владеет какой-то силой, и который поможет, возможно, вам в карьере повыситься, возможно, он вас продвинет, чему-то научит, даст какой-то опыт, какую-то хитрость. Также это, возможно, какой-то богатый человек, с которым вы познакомитесь. Также это признак интуиции, возрастания интуиции, как говорится, какая-то темная рогатая личность, которая вам поможет продвинуться куда-то. Если вы в карьере хотите, то вы в бизнесе возрастете, то есть откроет вам дороги и так далее, помощь окажет. Но если именно для отношений, то, естественно, вы приобретете или женщину очень сексуальную, которую мечтали давно, да, выполнение каких-то сексуальных фантазий своих, или мужчину, который тоже выполнит ваши сексуальные фантазии. Всем удачи, успехов, с вами был Александр Чу. Ставьте лайк, комментируйте, пусть удачи.